Вы знаете, что мне хотелось бы сказать про сегодняшнее время, да? Оно, конечно, отличается несколько от того времени, в котором мы жили, люди советского времени, рожденные в СССР. Я, например, лично я немножко страдаю и вспоминаю с ностальгией то советское время. Вот. А сегодняшнее время, оно более, конечно, отличающееся, потому что немножечко поменялась система. Система, она несколько другая, с которой я где-то и хорошо, а где-то и не очень хорошо. И хотелось бы, чтобы то хорошее, что было, перешло в эту систему, а что плохое, то мы, а оно там и осталось. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди были немножко патриотичнее. Конечно, я за наш гимн, замечательный гимн, чтобы люди наши молодые знали этот гимн. Конечно, я за то, чтобы любили нашу Россию, нашу роскошную Россию, нашу великую Россию. Знаете почему? Потому что мы объехали на гастролях весь мир. И когда мы возвращались домой, я говорила: «Господи, лучше наших людей нет нигде». Оно так и действительно и есть. Поэтому Европа плюс, как говорят, это Европа, которая меня совершенно не интересует. Да, мы хорошо должны с ними общаться, но я приветствую то, что говорил наш президент, мой президент, как я говорю. Теперь уже могу сказать мой президент, потому что он делает все замечательно. Я поддерживаю его, и все, что говорит наш президент, должны мы его поддерживать, потому что он один не может все объять необъятное. Поэтому от каждого из нас зависит будущее нашей России. Да, патриотичные, да, любить нашу Россию, да, учиться, да, любить родных, да, любить близких, да, любить другого, да, слышать другого, понимаете, и видеть, и слышать. Вот что бы мне хотелось, чтобы было сейчас в наше время.